Мемориальный комплекс «Город трудовой доблести» с 26-метровым монументом видно издалека. На центральную часть нанесено изображение легендарного самолета Ил-2, который выпускался в годы войны здесь же, на Безымянке. Сюда были эвакуированы 30 предприятий, для которых энергетическим сердцем стала Безымянская ТЭС. Энергетики Куйбышева также обеспечивали работу правительственных учреждений и посольств зарубежных стран. Но несмотря на все тяготы, лишения и ужасы войны, в нашем городе продолжалась жизнь. Здесь работала студия кинохроники, здесь работали посольства. На протяжении всей Великой Отечественной войны сотрудники Самарской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ не допустили ни одного сбоя в энергоснабжении предприятий и учреждений города. В 1945 году их вклад был отмечен на государственном уровне. Высокие правительственные награды получили 30 куйбышевских энергетиков, а Безымянской ТЭЦ были вручены орден Ленина и знамя Государственного комитета обороны на вечное хранение. Стоило будет напоминать горожанам, в том числе о том вкладе в великую победу энергетиков, которую они оказали. Потому что в тот момент у нас было две станции – Самарская ГРЭС и Безымянская ТЭЦ. Наличие Безымянской ТЭЦ как раз на Безымянке, оно послужило поводом эвакуации в 1941 году сюда оборонных заводов.